Буэнос диэс, мисс Киридес Амигос. Ядерный рассветный заряд ваш экран. Это значит, что у Конора остался последний шанс. И судя по тому, что я прочел в гайде, жопа будет охуеть, насколько полная. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и молитесь, чтобы я не затроил в ответственный момент. Поехали. Так, а где эта задница есть? Дохлая. А он. Дохлый герой. В снегу все. Не нравится мне все это. А нахуй ты посреди реки стоишь, ебанутая? Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Я думал, Камски что-то знает. Я ошибся. Может, он знает. Но ты решил не спрашивать. Камски просто играл со мной. Он ничего не знает. Я видел в доме Камски фотографию Аманды, его учительницы. Когда Камски создавал меня, он хотел, чтобы интерфейс был знакомым. Поэтому и выбрал учительницу. К чему ты ведешь? Ваш сад — творение Камски? Он создал первую версию. С тех пор сделано много улучшений. Почему спрашиваешь? Вы ведь не рассказали мне всего, что знаете о девиантах. Я ожидаю от тебя ответов, Коннор, а не твоих вопросов. Ты один можешь предотвратить войну. Найди девиантов, иначе наступит хаос. Это твой последний шанс, Коннор. Угу. Ты снят с дела. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Мы... Нам нужно время, мы ведь... Хэнк, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да чтоб тебя, Джеффри! Не можешь хоть раз меня поддержать? Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено. Ага, поговори с Хэнком, значит, что-то у нас все же есть. Нельзя же так просто сдаться. Мы же могли раскрыть это дело. А ты вернешься в Киберлайф? Выбора нет. Меня... деактивируют и будут искать причины неудачи. А что, если мы не на той стороне? Что, если мы реально боремся против угнетенного народа? Когда девианты восстанут, начнется хаос. Мы могли помешать. Но теперь уже поздно. Ты отказался убить андроида в доме Камски. Ты поставил себя на ее место. А это эмпатия, Коннор. Эмпатия свойственна людям. Я не девиант, Хэнк. Я машина. Вот и все.
Иногда нам было нелегко, но... Я очень ценю вас как коллегу. Это не из моей программы социальных отношений. Я от себя. Или... Охуеть. Мне так кажется. Так-так, а вот и Перкинс, тот самый говнюк. Федералы, конечно, времени не теряют. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Перкинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же сказал, нас сняли с дела. Вы сейчас должны мне помочь. Ага. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. Слушай, Коннор... Если я не раскрою это дело, Киберлайф меня уничтожит. 5 минут. Большего не прошу. Ключ от подвала на моем столе. И чеши давай. Думаешь, я надолго его задержу? Так. Погнали. Перкинс! Ах ты, говнюк, ёбан! Он по морде вдарил, что ли? Эй, Коннор! Я к тебе обращаюсь, придурок! Чё забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, они сказали? Гэвин. Мне приказано вернуться в Киберлайф. Я намерен сдать находящиеся у меня материалы и сразу уйти. Хорошо. И ты береги себя. Нынче у андроидов есть склонность к внезапному воспламенению. Чмо. Там ты чмо. Блять. 4:42. Что же мог выбрать старый матерый полицейский? Сраный пароль. Ну, конечно. Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Надо искать быстро. Девиант, взявший ребенка в заложники. Тут-то у нас и нет. Девиант, с которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Тридцать 83В нужен. Андроид, убивший хозяин. Нету.
Здесь темно. Где я? Я девиант, как и ты. Мне нужна помощь. Я должен найти Иерихон. Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время! Просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Охуеть. Кто здесь? Кто это? Все в порядке. Не бойся. Маркус? Это ты? Я хотел помочь, но охотник на девиантов помешал. Ты не дал ему найти меня, ты меня спас. Ты спас Иерихон. Все будет хорошо. Я вернулся забрать тебя. Дай координаты Иерихона. Нужно уходить. Координаты Иерихона? Да. Да, конечно. Он даже не подумал, что, блядь, лидер сопротивления должен как бы их знать. Блять! Да что с тобой не так-то, мразь? Блять! Чё происходит? Почему у меня Q не нажимается? Ай, сука! Боль нахуй. А, я могу сделать это правым шифтом, по идее. Ну-ка, дай попробую. Блять, мигалка. Есть! Сработало. Маркус? Это ты, Маркус? Больше не бросай меня! Наебал! Походу, тут кто-то шарился. О, черт! Тревогу! Быстро! Он знает. Он знает, где Иерихон. Кондор не попался Перкинсу. На самом деле, вот если следовать той линии, которой проходил я, то очень потно. Даже на самом деле улик, которые могут помочь раскрыть, так скажем, местоположение Иерихона, у нас 4. В полную жопу мы попадаем, если выполняем следующее. Мы должны спасти Андерсона. У нас, соответственно, чек. Отпустим этих проституток в клубе. Не дадим сдохнуть Саймону. То есть нужно за Маркуса вытащить его на крышу, но за Коннора его не найти. И дальше либо погибнуть в телестудии, либо не вычислить девианта в эпизоде вне закона. То есть
Это когда за Коннора в телестудию приползаешь. В этом случае Коннора выводит из использования, и все, ветка обрывается. Поэтому вот самый оптимальный вариант это, получается, забить хуй на Руперта, забить хуй на стриптизерш, забить хуй на Саймона. Ну, в случае за Маркуса, соответственно, не забить и вытащить его. Но Девианта, сука, надо вычислить обязательно, который на кухне. Потому что тогда будет жопа. А так мы можем справиться с этим говнищем. Ну и, соответственно, Хэнк должен быть нашим другом, чтобы тот смог дать по морде Перкинсу, иначе при враждебном отношении Хэнка он просто увольняется, кладет значок на стол и уебывает. Поэтому времени у нас будет сильно меньше. Коннор получит лишь 2 минуты на то, чтобы отвлечь агента. Но в случае не дружбы, то есть нейтральные, накаленные, либо же симпатизирующие отношения, Хэнк скажет, да пошел ты в жопу. Ладно, хорош ля-ля. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как всегда, Лукас, подписка. И до скорого. Адьос, братва.